Так, Константин, мы находимся в твоем кабинете. Да, в нашем офисе. Там, где вы принимаете гостей. Гостей, в том числе из России. Да, как меня сейчас. Но с Франции гостей не можем здесь приглашать, принимать. Потому что там Наполеон, смотрите. Да, что тут у вас за здание? Вот, это один из наших отдельно стоящих зданий, в котором происходит приемка материалов. То есть все материалы, из которых отшивается продукция Натураны, приходят непосредственно сюда. Ведутся. Это то, что в Германии только отшивается? Это только то, что... Нет, не только в Германии, потому что мы имеем централизированную систему закупки материалов, которая происходит у нас вот здесь. Да? То есть мы принимаем материалы здесь, ведутся определенные проверки этого материала, ну, тостоскопии, до всего остального, граммажа на материалы и так далее. После этого этот материал здесь специальными машинами режется под определенные погонные метры и так далее, и так далее, и распределяется по, скажем так, нашим филиалам. Крой уже идет там, да, на филиалах? Крой осуществляется осуществляется там. Соответственно, вот в этом предприятии находится еще дизайнерский отдел, который разрабатывает все эти крои и так далее. Все идет, в принципе, централизованно, иначе, ну, тяжело управлять этой большой машиной. Кстати, у нас там еще находится отдельно специальный склад под определенных больших клиентов компании. Ну, большими клиентами в нашей компании, например, является компания C&A. Это вот магазины, которых более 1000 в Европе, в которых минимальная площадь более 2000 квадратных метров. Представляете, сколько мы продаем им, если мы продаем не только продукцию натуральную, но мы еще продаем им их продукцию под private label. Где-то процентов, наверное, 40 продукции Натураны еще выходит под другими private label, то есть под другими марками. И склады здесь находятся, да? Этот основной склад находится здесь. Это готовые продукции уже. Это уже как бы дополнительно идет готовая продукция. Вы видите, там дополнительные рампы и так далее находятся. Вот такая вот информация для вас. То, что вы производите, еще много чего не под своей маркой. Обязательно. Дело в том, что... И причем производите это в Германии. Это мы производим в Германии. Дело в том, что, понимаете, каждый свой завод, он специализируется на определенных, скажем, моделях. Есть вот модели, которые мы делаем, вот те же самые называемые минимайзеры, да? Мы их производим в основном в Польше и в Румынии, да, Рената? И в Чехии тоже. А, в Чехии тоже есть некоторые модели. Модели, на которых это производится, или вот давление, формовка этих чашек тоже, эти самые машины разрабатывались здесь. Они, кстати, здесь стоят на одном этаже, где они, кстати, и работают. А свои то, собственные машины. Да, да, да. А на Маврикии производите что там? А на Маврикии там от спорта, да, по-моему, до хлопчатобумажных. Хлопчата, например, для кормящих. Производится. Это на своей фабрике. Вот это наши минимайзеры. Это вы специально, производите здесь? Да, ну, в Европе. Значит, на своих. На своих машинах, которые. В фирмах, да. Вы разработали. На своих заводах. Да, вот хиты. Пани Рената, покажите, где вот, вот это два хита? Это два хита. Он есть, конечно, в других цветах, и в белом, и в черном, и в основном. Спейсеры покажи. Давайте. Кстати, нам удалось сделать спейсеры по минимальной цене. Это что значит? Это значит, что спейсер вообще, да? считается достаточно очень дорогим, да, как бы, скажем, производством, да, этой ткани, которая не мнется. Она как поролон, только не мнется, потому что имеет определенную структуру. Очень тонкая и такая. Структуру, дышит. Которая как пружиночки, да, которые сгибаются в стороночки и опять распрямляются. Ну вот удалось сделать так же. Вот, по очень хорошим ценам. По очень хорошим постоянно ценам. Постоянно для классика. Молодежи классика. Сколько лет производите? Ой, это аж с десяток. Новая модель, которая продается уже все время. Новые материалы наверняка, кружева новые. Она очень достойно висит рядом с нашей конкуренцией. И всегда найдется любитель на эту модель. Вечная модель. Да. Ну, это все хиты? Или вы хотите сказать, что у вас все здесь хиты? Ну, есть же какие-то. Ну, для России сейчас мы говорим. Для России у нас очень хорошо 17401 продается. Это наша молодежная линия Сибель, которая в основном, кстати, вот Сибель, она у нас в основном из 40 километров отсюда есть город Ульм. Другая наша. Вот, там она у нас продается. Там находится компания Зюттрико. Как хорошо. Бы Зюттрико, но вот у нее второе имя. Так, сейчас сделаем перерыв.